Гражданин Топинамбур все-таки ехала и доехала в прекрасный город Сумы, а именно в арт-кафе «Гвоздь». Ну что можно сказать про «Гвоздь», ребята? Вот «Гвоздь» такой же остренький, как настоящий «Гвоздь», такой же стронг, такой же крепкий. И знаете, что самое главное? Вот мы как будто бы приехали к старым-престарым друзьям. Вот так хорошо, так по-доброму на нас реагировали. А иногда нас и бьют, потому что мы группа «Гражданин Топинамбур». А здесь все было очень-очень даже здорово. Поэтому зовите еще, и мы к вам обязательно-обязательно приедем. Цемки-бомки.